Позитивные тенденции в регионе Нагорного Карабаха являются весомым доказательством правильности решения, принятого лидерами Азербайджана, России и Армении. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, реализацию основных положений трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября текущего года удается обеспечить без каких-либо серьезных инцидентов. Нарушение режима прекращения огня не зафиксировано. Работа в рамках заявления идет согласно планам. По линии Министерства иностранных дел России мы мобилизовали международную поддержку в рамках ОБСЕ, других стран, сопредседателей Минской группы, а также профильных ООНовских организаций. Уже активно функционирует Международный комитет Красного Креста. Работаем мы также с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирной продовольственной программой, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирной организации здравоохранения. Ориентируем все стороны не политизировать гуманитарное досье. Безотлагательно приступать к работе, которая весьма востребована в условиях достаточно острой гуманитарной ситуации в регионе.